Патент на инновационную платформу для обработки генетических данных получил в ведомстве по патентам и товарным знакам США крупный производитель вычислительных технологий Intel. Благодаря новой разработке майнеры смогут работать одновременно над несколькими задачами – добывать блоки и параллельно помогать в расшифровке генетической информации. Майнинговая платформа займется работой по определению порядка расположения азотистых оснований в ДНК или РНК. После определения генома информация о нем также будет записываться в цепь блоков.